Вы просто неотразимы, девчата. Спасибо, профессор. Хотите печенье? Нет, спасибо тебе, крошка. Пока я слушал крутые хиты в машине, я понял. Я знаю, как найти подход к детям. Музыка! Так что крутой профессор будет вашим крутейшим диджеем на вечерней дискотеке. Я пошел за пульт. Тут весело. Да, мне нравится твой костюм. О, спасибо, это служебный. Стильно. Круто ты задала спорду. Да, я знаю подход к пришельцам. Я тоже. Приходилось драться с ящерами с Карплакса? Да, вот это работка. Эй, слушай, не суди строго, я тут решил тебе кое-что подарить. О, Логан, как красиво. Спасибо. Я принесу нам пунша. Да, конечно, пунш. Близ? Ах да, пунш наливают там. Кто два мешка полных мусора принес? Пузырек! Да, это пузик. Кто их в контейнер тут же кинул без труда? Пузырек! Да, а кто же? Кто летит мимо коконов пришельцев? Пузырек! Да! Стоп! Что? Здесь спорт! Кто? Пришелец, с которым мы сражались за обедом. Нельзя ли чуть поконкретней? С какими еще пришельцами ты сегодня сражалась? Ты не знаешь мой график! Сестры, похоже, инфицирована была не только Дженнифре. В школе есть еще личинки! Еще где? За мной! Эй, что произошло? Этот спорт! Кажется, он вернулся! Спорт? За мной! Я прикрою! Вот! Это что-то вроде коконов! И личинки уже вылупились! Плохо дело! Полностью согласен. Очередной хит от диджея Профи! Профессор? Что? Кто здесь? О, Близ! Я тебя не разглядел. Я не успел купить крутые темные очки, поэтому замазал обычные очки краской. О, вы не видели Логана и девочек? Нет, они должны быть где-то поблизости. Оп-оп, тибра влетел. Эй, Близ! О, вот ты где! Слушай, я хотела сказать тебе, что... Постой, прежде чем ты скажешь, у меня есть для тебя сюрприз. Эта песня посвящается одной необычной девушке. О, мой ангел, я страдаю, покоя не найти душе, как будто иглы меня пронзают от пальцев ног до самых ушей. Вижу даже во сне. Эй, Чак, ты хотел найти новое звучание? Это явно не оно. О, мой ангел, помоги мне, не то не допою я куплет. Аллилуйя, пой со мной, ангел мой. Что? Что происходит? Беру последний аккорд. Ведь я есть спорт!